И так нам было нам тяжело, понимаете, какие-то многие уроки. Спорт всегда был отдельным. Это, если хотим двигаться вперед, и тем более хотим, например, на Олимпийских играх больше медалей, больше, мы должны действительно самостоятельной организацией быть, чтобы могли напрямую решать наши болезненные вопросы. Сколько у нас перед нами, например, задачей. Даже вот, например, взять даже спорт сооружений, у нас же нет таких, даже своего нету, где можем чемпионат мира, даже на все виды спорта даже еще нету. Если мы хотим быть сильной державой, сильной такой страной, действительно развивающей, мы должны двигаться вперед, а получается у нас назад, и потом, я считаю, это шаг назад.